Приветствую, Ирина. Прочитал ваш вопрос. Первое, на что хочу обратить, наверное, внимание, это то, что вы не задали, собственно, вопрос. То есть у вас есть описание ситуации, но вопрос вы не задали никакого. Исходя из этого, не совсем понятно, что вы хотите и вообще в какую сторону вы хотите двигаться. Да, у вас много боли, много обид, это правда. Но мне кажется, что вместе с тем вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно. То есть вот говорит, я хочу любви. Но у меня почему-то по ощущениям, вот у меня такое ощущение, что любви вы хотите, потому что у вас к себе этой любви мало. Вот вы говорите, что я не хотела там проиграть соперницы, да, поэтому мужа вернула. Вы говорите про мужа своего, так, как будто он, знаете, какая-то собственность, то есть, ну, как будто он какой-то предмет, там, не знаю, приз и так далее. Вот, то есть, мне кажется, что это, ну, мягко говоря, немножко не то движение, да, немножко вот не в ту сторону. Вот. Вы говорите, хочу, чтобы мужчина, там, условно говоря, да, сходил по мне с ума. Это понятно, мы, как бы все люди, да, и все мы, в принципе, хотим, чтобы нас любили, это нормально, но ваша фраза, что я хочу, всегда хотела, точнее, ваша фраза, что я всегда хотела полную семью, да, вот это ваша фраза, что я всегда хотела полную семью, она для меня, ну, конечно, скорее вызывает вопрос. Да, то есть, а как так вот получается, что вы эту вот самую полную семью хотели? Причем хотели, как я понял, всегда. То есть вы всегда хотели полную семью. Вот как так вышло, что вам нужна полная семья? Ну, то есть у меня есть ощущение, такое ощущение есть, что вы как будто бы себя пытаетесь, ну, не знаю, то ли защитить вы себя пытаетесь, вот, то ли вы пытаетесь от чего-то себя уберечь, вот, то ли вы пытаетесь что-то еще сделать по отношению к себе. Сложно так ответить, сложно так сказать, прям вот наверняка. Но, на мой взгляд, здесь, конечно, ситуация достаточно тревожная, как мне кажется, в плане того, что вы себя, по моим ощущениям, недооцениваете очень, очень сильно, вы себя, по моим ощущениям, обесцениваете вот так, как бы, ну, одну саму по себе. Ну вот, и такое ощущение, что вам не хватает, вот, знаете, как я об этом сказал, вам не хватает собственной наполненности. Вот, наверное, это так я бы мог сказать вам. То есть вам нужно на кого-то опереться, и мне кажется, что это от очень такого вот неустойчивого, как бы, ну, собственного восприятия себя. Вот. Мне так это видится, по крайней мере. Я, конечно, понимаю, что могу ошибаться, я, конечно, понимаю, что могу быть неправ, но мне вот
это видится примерно, повторюсь, таким образом, примерно. Это видится примерно так. И, соответственно, вам в этом, наверное, направлении нужно двигаться, если вы хотите меняться. Если вы хотите меняться. То есть вам, если вы хотите меняться, нужно учиться полагаться на себя, смотреть на то, какие у вас есть противоречия и конфликты, ну, как бы вот, ну, внутри у вас самой, какие есть противоречия и конфликты, вот, что они из себя представляют и так далее. Вот. И уже, исходя из этого, значит, что-то корректировать. Уже, исходя из этого, значит, как-то действовать. Вот. Потому что сейчас, ну, вот вы по факту, получается, по факту, вы готовы как будто бы собой жертвовать. То есть вот еще немножко, да, и все, и вы собой будете жертвовать. Вот еще немножко, и все, и вы собой, значит, окончательно пожертвуете, да, и как бы будете несчастны в любви. Момент здесь в том, вот я не знаю, как вы, конечно, к этому относитесь, вот. Но момент здесь, мне кажется, в том, что вы изначально не очень любите себя, вообще изначально, вы не очень, вот, ну, не сказать вот так вот, чтобы себя вы любили или любите сильно. Вот. Мне кажется, что в этом, собственно, есть определенная сложность, в этом, собственно, есть определенная трудность, потому что вы ставите себя ниже человека, да, вот. Ну, вы ставите себя ниже, чем другой человек, ниже другого, вот. Когда, там, условно говоря, человек это чувствует, да, когда человек ощущает, что вы это делаете, вот, вы, ну, как бы, вам это не, ну, вам это не нравится, естественным образом. Вот. Ну вот, нормально, кстати говоря, да, как бы, кому понравится, когда такая вот история никому. Вот. Так что, в принципе, я вас могу понять, но образ, вот, ну, свой образ. Вы создаете очень искаженный. Именно за счет того, что, как мне кажется, ваше отношение к себе, вот, оно очень такое вот, ну, очень не очень. Вот, я бы так это сказал. Очень не очень. Ваше отношение к себе. Вот. И, соответственно, есть сильное недоверие себе. Есть постоянное, ну, как мне кажется, постоянное преодоление
себя, то есть вы себя вот преодолеваете, потому что, ну, не знаю почему, да, потому что, может быть, вам кажется, что вы должны это делать, вот, может быть, вам кажется, что так правильно делать, то есть преодолевать себя, ну, вот, как можете наблюдать, ничего хорошего из этого не получается, кроме того, что вас, ну, по факту вас не знают, да, то есть как по факту, ну, вас, не воспринимал так, как вам хочется, к сожалению. Вот это очень грустно, потому что совершенно очевидно, что достойны вы большего, но если вы не цените себя, если вас достаточно легко, ну, условно говоря, задеть, да, вот, то ничего удивительного, что вас будет, ну, вас будут задевать какие-то слова, какие-то действия мужчины, да, а тем более близкого человека и так далее. Вот, потому что, ну, как-то вот изначально так вышло, что вы выбрали человека, которого изначально как будто бы не принимали. То есть, ну, вот по ощущениям, да, что вы выбрали того, кого бы, ну, не принимали изначально вообще. То есть, вам этот человек не нравился. Вот, а может быть, вы идеализировали. Как это иногда бывает. Вот, поэтому тут тоже есть такой вот не совсем, на мой взгляд, однозначный момент. Ну, вот, в целом вы, мне кажется, здесь вступаете в качестве жертвы. К сожалению, то есть это вот у вас, ну, такая жертвенная немного позиция. Вот, я бы говорил о возможной необходимости работать над личной ответственностью. То есть, над тем, чтобы вы учились брать личную ответственность за свои действия, за свои решения, которые вы принимаете, да, вот, чтобы более, как бы, оно более полно, чтобы они, может быть, соответствовали бы тому, что вам хочется, чтобы они более полностью соответствовали бы тому, что вам важно, вот, тому, что вам нужно, вот, и, соответственно, таким образом вы могли бы для себя что-то бы сделать. Вот. Ну, я имею в виду, ну, в дальнейшем я имею в виду, конечно. Вот, это вот, то, что я могу вам сказать. Много зависит от того, как вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с мужчинами. На каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами? Потому что вы можете выстраивать отношения с мужчинами по-разному. И вот та модель, которую
может предлагать вы, исходя из ваших ценностей, исходя из ваших, там, ну не знаю, исходя из ваших представления о себе, исходя из вашего подхода, вот, может не соответствовать тому, как вам кажется, это выглядит. Вот это тоже, ну, это просто, мне кажется, нужно вот в некую такую, как сказать, в некую такую, в некое единообразие, понимаете, вот в некое единообразие привести, вот, чтобы вы лучше понимала, как обстоят дела, чтобы лучше понимали, что происходит, ну вот в данный конкретный момент, вот, чтобы вы отдавали себе отчет, то ли происходит, что я хочу, то есть если вы хотите, чтобы мужчина носил вас на руках, да, то хорошо, прекрасно, супер, но нужно вести себя так, чтобы он хотел носить вас на руках, да, то есть если вы себя так не, если вы себя так не ведете, вот, то он не будет вас носить на руках, ну, что логично, в принципе, вот. И, собственно, все в таком духе, вот. И по-другому не бывает, к сожалению. Вот. Поэтому мне кажется, что вам имеет смысл просто, ну, более основательно подходить к тому, как вы себя ведете. Ответственно, более ответственно. Для этого нужно учиться себя слышать и как бы себе доверять. Сейчас мне кажется, что вы себе, ну, не доверяете. Сейчас мне кажется, что вы себя не слышите. Вот. Сейчас мне кажется, что вы пытаетесь получить любовь, да, вот, вы ожидаете чего-то от человека, вы чего-то ждете от человека, но где-то в глубине души понимаете, что он не изменится. Вот, и плюс ко всему вас эти слова задевают. То, что он говорит, имеется в виду, вас задевает. Еще у меня возникла такая, ну, мне кажется, несколько интересная идея про то, что вы чувствуете себя какой-то не такой без полной семьи. То есть как будто бы вот через семью вы пытаетесь, знаете, ну, доказать что-то, как будто бы, вот. Очень, если это так, то это очень грустно, потому что доказать что-либо кому-либо вы не сможете, вот, это будет, по сути, такая, знаете, постоянная гонка. Вот. Гонка там, ну, условно, на перегонки там с другими людьми, да, вот, желание там, чтобы, не знаю, чтобы вас оценили, чтобы вас поняли, чтобы вас одобрили там и так далее, вот, и в итоге, как бы, ну, в своей жизни
у вас, мягко говоря, не останется, потому что все силы, как бы они тратятся на то, чтобы быть как все. То есть все силы тратятся на то, чтобы стараться, ну вот, быть как другие люди. Вот. Ну, еще такой момент показался. Вот, ваша модель взаимодействия с мужем, да, она очень похожа на садомазохистические отношения, вот, к сожалению. Садомазохистические отношения это когда один партнер такой как агрессор, вот, а второй партнер постоянно защищающийся, постоянно жертвой и прочее. Вот. А на что хотелось бы обратить внимание ваше? На что хотелось бы обратить ваше внимание? На перекладывание ответственности, как мне кажется. То есть за свое состояние эмоциональное, психологическое вы перекладываете ответственность на мужа. Вот. Это то, чтобы правильно или неправильно. То есть я не хочу в таких категориях, ну как бы говорить, да. Я хочу больше говорить немножко в других категориях, которых того, что это деструктивно. Это делает вас зависимым. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что определенные выводы вы из моего ответа сделаете и, соответственно, уже решите, что делать дальше. Вам бы по-хорошему, конечно, психотерапии бы заняться, вот. То есть, ну, посвятить какое-то время себе, вот, посвятить какое-то время, уделить себе внимание, вот, сколько-то уделить себе внимание, вот, и потом, уже, как бы, что называется, бой, да, но пока что вы, вот, к сожалению, производите впечатление человека, который не умеет обращаться со своими чувствами и репрезентовать себя, как бы, ну вот, в взаимодействии с другими людьми, да, не может тоже. Вот, это очень грустно, вот, ну как бы от этого очень грустно, но очень на то похоже. Сформулируйте, пожалуйста, вопрос, да, то есть в каком направлении вы сами хотели бы двигаться, то есть чего бы вы хотели. Вот, сформулируйте, пожалуйста, этот вопрос, вот, чтобы как-то вот было понятно, в чем мы можем вам помочь. А с мужем давайте замечать вещи, на которые вы не обращали внимания до этого, чтобы максимально расширить его восприятие и свое тоже. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это послужит вам началом вашей работы над собой.